Для белорусов закал пробежки далеко не новшество. Сборы для группового закаливания с каждым разом собирают все больше приверженцев здорового образа жизни. Наша команда решила понаблюдать за ходом событий. Друзья, на улице 20 ноября. По данным Белгидромедцентра, минус 6. Я утеплился с ног до головы, но я понятия не имею, что такое закаливание. Год назад Белорусская федерация легкой атлетики приглашала белорусов прийти на закал пробежки. Тренировки проводились вплоть до марта месяца. Вы давно занимаетесь закаливанием? В этом году начал. И вот, уже 10 километров осилил. Поначалу холодно, но потом становится все теплее и теплее. Ну, для меня, прежде всего, это побороть себя, выбежаться в такой вот мороз, чтобы, неважно какая погода, чувствовать себя хорошо, отлично. Закаливаешься, становишься здоровее, мощнее, крепче. Отличное настроение, отличная энергия. В декабре закалфесты пройдут 4 и 31 декабря. Зарегистрироваться на закалфест и следить за подробностями можно в интернете. Закаляйтесь и будьте здоровы!